Acer Aspire C241650. Моноблок с 24-дюймовым экраном, 4-ядерным процессором и 2 накопителями. Моноблок поставляется в большой картонной упаковке, в которой также найдем блок питания мощностью 65 Вт, беспроводной комплект из клавиатуры и мышки, а также руководство пользователя. Моноблок получил пластиковый корпус серебристого цвета. Габариты данной модели 49x38x4 см, вес около 4 кг. Диагональ экрана 23,8 дюйма. Тут уже установлена Full HD матрица со светодиодной подсветкой. Боковые рамки совсем небольшие. Над экраном нашлось место для веб-камеры со сдвижной шторкой. Когда веб-камерой не пользуетесь, можете закрыть ей обзор для исключения случайной трансляции изображения. Компактная V-образная ножка позволяет регулировать угол наклона монитора в пределах от минус 5 до 20 градусов. А вот регулировки по высоте нет. На нижнем торце корпуса находится USB-порт, слот для карточек формата SD и кнопка включения. Все они в удобном доступе. Остальные разъемы находятся сзади. Придется повернуть моноблок, чтобы их разглядеть. Тут есть 3 современных USB-порта, аудио-выход для наушников, видео-выход HDMI, гигабитный LAN-порт и гнездо для подключения комплектного блока питания. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 версии. Что касается технической части, то в данном моноблоке установлен процессор Intel Core i5 с 4 ядрами, работающими на базовой частоте 2,4 ГГц. Видеоускоритель встроенный в процессор, но достаточно мощный Intel Iris Xe. Дополняет его 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Накопители здесь 2. Твердотельный объемом 256 ГБ для операционной системы и компактный жесткий диск 2,5 дюйма на 1 ТБ, который пригодится для хранения емких данных. Оптический привод отсутствует. Что в итоге? Моноблок комплектуется мышкой и клавиатурой, поэтому для работы ничего докупать не нужно. Но учтите, что данная версия поставляется без операционной системы Windows. Но ее установку можно заказать при покупке моноблока. Тогда компьютер будет готов к работе сразу после установки и подключения.